Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Lola TV опять с вами. Мои подписчики, я сейчас сделаю для вас такой обзор, покажу спортивные, модные, молодежные костюмчики. Еще буду показывать, здесь у них есть несколько моделей футбол. Дорогие мои подписчики, я сейчас нашла маленький магазинчик, и в этом магазине продаются шикарные спортивные костюмы. Если честно, в этом магазине мы еще закупку не сделали, она недавно открылась, я два раза мимо проходила, но вот первый раз я зашла и посмотрела, какой здесь. Хоть очень поздно, мне сейчас надо домой бежать, я решила для вас хоть небольшой, такой коротенький сделать обзор. Такие средние. Сейчас я вам покажу футболки. Футболки, они стоят по $5. У них сейчас где-то 5-6 моделей. Ну, он говорит, продавец, что через 2-3 дня будет еще много разных моделей. Вот тому хотя бы, что есть, я вам покажу. А когда вы захотите закупиться в этом магазине, у них уже будет много разных моделей. Сейчас покажу, какие модели есть. Смотрите, вот такие модели. Видите, здесь такая туфелька, и на рукаве тоже вот сделана модель. Футболочка стоит $5. Есть разные расцветки. Так. И прикатош тоже такой хорошенький, мягкий такой. Есть еще вот такой тоже вот модель. Здесь тоже машина, и рядом машины стоит такая прям дама. Этот модель тоже по $5. Так, еще вот такая модель. Тоже дама здесь вот свои очки поправляет. Тоже есть разные расцветки. Эта модель тоже стоит $5. Так. Еще есть вот такой вот модель, тоже вот такая вот девочка вот подглядывает через свои пальцы, написано «Берлин». Здесь тоже разные расцветки. Ну, знаете, вот я сейчас смотрю, вот такой мягкий, хороший, натуральный хлопок, трикотаж такой. Когда трогаешь, она правда вот такая пятненькая, хорошенькая. Есть еще вот такая вот модель. Есть в белом, в черном, они тоже по $5. Покажу на манекене, как смотрятся эти футболки. Так, вот смотрите, прямо одеты на манекен, и на манекене прямо можно видеть, как они смотрятся. Так, магазин новый еще. И вот у них здесь имеется только где-то 5 или 6 моделей футболки. Но скоро еще будет новый товар. А я вам сейчас покажу спортивные костюмы. Смотрите. Камера все равно так, как положено, не передает, но все равно модели очень, очень суперские. Вот они. Здесь вот внизу штанишки. Вот на манекене, как сидит, смотрите. Видите, есть с длинными рукавами, есть и с короткими. Но это все молодежка. Ну да. Ну, очень аккуратно все шито, хороший прям такой трикотаж натуральный. Так, здесь тоже у нас идет вот с длинными рукавами. Вот эта модель очень вообще мне понравилась. Смотрите, как рукав сделана. Штанишки тоже такие, как бананчик на резиночке. Здесь идет веревка и такая прям резиночка. Вот и в таком свете. У них еще скоро будет новые коллекции. Но эти и так новые, но... Вот мужчина говорит, что они готовятся прям. Магазин не очень большой, такой маленький меню. Такой маленький магазинчик. Вот тому, хоть маленький, но ассортимент такой достаточный. И теперь я вам покажу спортивные костюмы. Видите, вот такие молодежные спортивные костюмы. Ой, камера вообще не передает. Вот, вот теперь передал. Вот в таком свете он. В таком свете теперь чуть-чуть видно, да? Вот такой вот, а теперь вот мне передает. Ну, короче, вот в таком свете этот костюм. Так. Если я не вру, этот костюм стоит $14. Сейчас еще разочек спрошу. Вот взяты на экадары, да? Обеи? Он то. Вот, $14 стоит. Так, вот, дорогие мои подписчики, смотрите, вот такой вот. $14. Есть еще вот такой вот модель тоже. Смотрите, в каждой модели есть разные расцветки. Есть вот такой вот модель тоже. Видите,
штанишками. Тоже стоит 15 долларов. Они вообще шикарные, молоденькие. Штанишки S, M, L, XL. Смотрите, вот эта вот модель тоже вообще офигенная. Так. Эта модель стоит 16 долларов и за кипишон. Так. Дорогие мои подписчики, так, с этим мое видео заканчивается. Всем пока. Если понравился этот магазинчик, пишите мне, будем закупать в этом магазине. С этим пока, дорогие мои подписчики. Я вас всех люблю. Подпишитесь на мой канал, нажмите лайк. С этим пока.